Нет, там достает репу. Ой, донзак, точнее. Поставь мили к зеленому. Можно на милика скиллованного ебануть. Реально, блядь. Как ты не сяк. На мелкий, кстати, иди, да, в белизон, их не так много. Постоишь, ману парень не взорвал. На рестор друида не проще туда пойти? Мне Он кажется, же... тебе будет проще. Ты, во-первых, Он же тебе от не пельмени пыль. надо будет отбегать. И тебе только там откол подходить чуть-чуть, и все. Просто эрдру хилит на ходу, хапал нет. Ну окей. Я бы сам могу побегать. Я тоже фул на ходу. Вообще ничего не кастует. Ну или давай озеро нахуй с ним. Пускай озеро нам будет. А чё, отдаём? Всё, мелкий, стоишь с нами. 5, 4, нажми горн, 3, дирмич, пожалуйста. 2, блять, 1, масло 1. Закончилось. Ладно, похуй. Если я ничего не помню. Лужи выбежали. РГД 2. Зеленым поехали. А, блять, я портал еще не поставил. Ладно. По столу отошли. Ринда, Зерона, Альфредос. Блять, к Зероне подойдите быстрее. Ждем, пока выберет цель. Отойди, Альфредос, куда вы, блять, идете нахуй? Добивайте. Босса бьем. РДД по красному, поехали. По боссу стопнули, бьем все красного. По красному все влились. Лужа вышла. Саусат, ну куда ты бежишь, блядь? Ты можешь около стола бегать? Нахуя ты миликов уводишь так далеко от босса, блядь? Ты не видишь, где босс стоит или что, нахуй? Босса бейте. Сейчас мы, сука, если не успеем перевести. Повезло, нахуй. РДД отошли дальше от босса. Пельмени отошли, вышли с пельменей быстрее. Смотрите траекторию, куда летят. Угу, в трусы встали. Колбы готовься. Выводи. Приготовили зеленого убить. По зеленому поехали. Отошли. Бойчик, блинк, нажми, отошли, там пельмени, отошли. Ну, бойчик, молодец. Подъебало все. Боль дальше, босс, поехали. С печеньки стойте пока, колбы отводи. Милики, аккуратно там колбы, не идите через них. Пельмени отошли вправо, 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 вправо. По красному поехали, РДД бьем уже максимально. Лужа вышли, РДД две лужи. Пельмени 5 секунд. Пельмени готовьтесь, в пачку полетят. Колбы отводи. Пельмени отошли от трусов. Прямо в трусы летит почти. Ридига. Да все нормально, меня задевает. Трусы стали. Зеленому поехали. Мелкий сокрот, отойдите с трусов, быстрее. Блять. Ну почему вы прожимки? К столу отошли быстрее, к столу. Озерона, блять. Блять, повезло, что не у него.
Сусад, блинк в конец можно жать. Отошли пельмени, в стол летят прямо. Ушли, ушли, ушли оттуда быстрее. Серый, дай БР по ней. Ребаф по паладину дали полностью? Лужа, вышли РДД. РДД по красному. Стамину дайте присти. Милики по красному. Арислин, беги. Пельмени отошли. РДД, пельмени. Умничка, Арислин. Красиво, нормально, молодец. Колба аккуратно. Ну куда вы в колбу забег... Блять, Настя. Пельмени отошли вправо, отошли и лужа. Лужа вправо стали, просто с правой стороны в печеньке. По зеленому поехали все. В печеньку сбегайте, милики, быстрее. Глю, дай сокру. Ждем, потом добиваем. Отошли от зеленого. Все, добивайте. Милики босс, идите уже бить. Пельмени прямо далеко летят к стене. Лужа вышли. В трусы стали. По красному поехали, РДД уже бьем. Чуау выбежал. По красному все поехали. Чуау прохил. Пельмени отошли. Отошли, 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 пельмени быстрее. Колба. Блять. Заебись. Лужа, вышли. В печеньку стали правее чуть. По зеленому поехали, максимальный ДПС. Блять. Отошли, отошли от него. Отошли, 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 отошли быстрее. Ну, блять, ну. Отошли к стене, к стене, к стене, к стене, к стене. Добиваем быстрее. Угу. Дальше по боссу поехали. Лужа, аккуратно вышли с лужи. Пельмени отошли, пельмени отошли. РДД по красному, поехали. Стоп по боссу, стоп босса, никто не бьет, стоп босса, никто не бьет, все по красному поехали. Хисер, уйди! Дай сокру. Босса подводи ближе к столу сейчас. В босса свичнули. В босса свичнули. Пельмени отошли, пельмени отошли. Отошли пельмени быстрее. Войт, дай БР сразу по Альфредусу. Альфреда Синер и ребаф сразу по этому. РДД все в печеньку. В левую сторону, туда где в крест. Будьте вести. Геру дали фулл ДПС. Все в печеньке стоят ровно. Ребахнули друида. Все ровно в печеньку стали. Так, у хилов проблема с маной тут. Поставь тотем. Колба, отводи. Милики въебало старайте бить. Лужи отошли. РДД, в две лужи быстрее. Мы в печеньку сдвигаемся, влево все время убегаем. Все время влево. На 5 забираем. Какой на 5? На 4 забираем. Отошли влево, влево РДД. Пельмени быстрее. Вернулись правее стали. Вернулись правее быстрее. Чтоб нас не зажало лужа не под. Колба, выводи. Лужа. Левее РДД. А не, нормально. Угу, одна кинулась, пойдет. Дай. Арислин, дай диван. Настя, дай диван по. Отбежали пельмени. По этому, по дермичу. Прямо сейчас. Альфред СБР по Арислин. Забирай дермич босса на себя. Быстрее. Мелкий, дай сокру. Колба сейчас будет, готовься. Лужи вышли, РДД левее, 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 левее. Колба.
РДД за печенькой двигаемся, отходим, отходим, отходим сюда дальше. Пельмени отошли, отошли левее, 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 левее. И чуть дальше. Все, вернули сюда, в печеньку встали, быстрее, чтоб не зажало. Правее станьте максимально в печеньку, зажмет лужами. Все пойдет нахуй. Уголь, блядь. Ну я вообще череду ебнул этого раза. Нормально, блядь. Боешки сегодня. Я одной чередой еще 24 человека не убивал. Было бы весело. Кирилл на ласт пуле сказал 89 раз слово пельмени. Просто для факта. Можете пересчитать. Подсчитывался. Как ты считал, блядь? Пельмень, 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 пельмень. Вот так считал. 29 ударов ножом. Я здесь хочу пиздец. Пельмень, пельмень, пельмень. Бля, сейчас на... Самые сложные боссы остались. А Рислин же больше 12 2000 даст. Ну, короче, а, больше. А Кайфреда скушал пельменчик. Вообще, по ощущениям, даже два. Бентли скушал две штучки. Нам РДД приоритет больше на эту. Пельменчика скушал. Ну, да, да. А что ты хочешь, Дон? Кстати, съел тогда, когда на меня зеленый выбрал. Подождите, тихо, я ничего не услышал. Что ты хотел? Мартинки за 10. А, все. Я уже, блядь, тупой. Рислин там покушал тоже пельмешек. Кайфом. Не выспался, да. Нихуя. Завтра, наверное, сейчас посмотрим на отеле несколько пулов. Я посмотрю вообще по ДПСу, есть ли у нас шанс вообще убить ее. И если будет хватать, даже если там впритык, там и т.д. и т.п., то тогда еще завтра пойдем. Дальше с понедельника начнутся, скорее всего, вторые рейды. И ВК, Гру, Магик и Тилкан, наверное, забомблю. В среду, наверное, на три босса. Еще один. Завтра на сутках. Как ты, Соса, снял сап вообще? Ну, странно, трэш вообще не сапает. Почти, блядь. Так такие ёбнутые раньше, блядь. Пашу 6 сапов давали за один прыжок. Этот кистевой никому не надо, еще раз линкую. Рид на Янсу не надо? Да, спасибо, по душе, да. Ладно, по ножи тебе надо кому-нибудь говняный? Там Бенки за 10 может. Хочет забрать. Бентли, давай, блин. На кисти. Или не снимать ему? Да не, снимай, похуй. Бентли, блин. А, это десятка. Давай тоже, блин. Кольцо танковское. ДК-шное. А, мне залагало, класс. Дермись, забудь, что такое опыт, блядь, танчить уже будешь, да? Слишком дохуя тебе сила, да. Будешь тоже и танчить. Да. Удачи, кастер. Мне кажется, он дорого уйдет. Расчехляйте, парни, расчехляйте. Что-то мне подсказывает, что он уйдет очень дорого. Какое кольцо кто забирает? Дермич или Реслен? Дермич. Ну это, блядь, там другое кольцо типа есть на протика. На протика там лучше кольцо типа есть. Ну на протовара, протопала. Лучше уже подождать это отдать Дермичу. Ну это ДК-шное кольцо чисто. Советника бейте, он бобы кидает противник. Все, игру 12к, никто не перебивает. Да, я 12 поставил. Вы думаете, он выпадет на следующем КД? Он еще 5 КД падает, наверное. Да нет, тут фишка в том, что я хотя бы могу теперь ЕП тратить. Давай, админ.
Я думал, он дороже идет, честно. Я тоже думал. Не, думал, еще дороже идет. Нет, до этого я не мог трипл, потому что на меня шмоток особо не было. Нам надо 4 хила, наверное, на этого босса. Я в шипа? Угу. А сколько их забили хилов? 3, наверное, вообще. Да, нет. Может, это 4 будет. Ну, по тактику бить. Там... Считай берса 8 минут. 104 лям. Или подожди, Киев, блять, 8 минут нахуй. Сколько там берса, я уже не помню. 2 взлетки. Там, по-моему. Не, ну. Ладно. Сейчас посмотрим. Я уже не помню, сколько там берса. Короче, этот трэш какой-то конченый, нахуй. На него даже контроль. На РНЖ или в точке? Там вроде на РНЖ, они же еще на Х2 хуйню эту на сделали. РНЖ. Там Пучина ебало сломает. На РНЖ стоит. Нет, там можно типа в точке стоять, но это в Т5 уже. В данном гире хилы не прохили. Да, когда 2 РШ, мы в 4 ТП. Да, Володя? Угу. Я помню это. Если ты еще 2 РШ, это 2 Альфа-бездны, блядь, просто стоишь, просто пяу-пяу-пяу. Все, радуйся жизни. Еще старый корень сюда, да, запиши. Сюда еще запиши травму. Знаете, и нынешний, который дерьмовый корень сделали, они нерабочие почти нихуя. Ладно, давайте я сейчас мозгом немножко нам отдохнуть, блять. 3 минуты покурите, только не боль. Ну ладно, 4. Потом внимательно слушайте, что буду говорить. Давай, Мингович. Thank you.
Тикните лишь карту мультиблоков, все, нанеси мне, пожалуйста. Мне масло закончилось, пойду куплю. 5, 4, 3, 2, 1. Две фласки, если там коды закончились, обмен Ридиги и Чуай. Чуай за АП, Ридиги за Эйспи. Хилы с сопротами. Да, мне все время с фласки подходят, берут. Не знаю. Все нормально вроде. Блять, как только вот эти... Я не знаю, блять, как сейчас. Но пробую еще квест можно сделать. На ШПМ. На Лунотель, блять. Даже на Синдру, в принципе, или там Берсу не будем упираться. Если все нормально делать. На Лунотеле, блять, как квест сделать, я хуй не знаю. Да, три кады точно, блять, пропустим, нахуй, если не можем. Я знаю, что в танкошмоте, блять. Проблема в ДПСе, но... Спасибо за, а за танкошмот. Короче, ты... Сейчас Лунотель. Не, я говорю про квест. Квест другой сейчас, да, или что еще? Нет, это я про квесты на ШМ. Забей, это я мысли вслух. Но... Дермич, начнем с тебя вместе с Реслин. Будьте двоем танчить. Короче, там, где босс стоит, там вы его и танчите. Вдвоем, вот смотри, вот допустим, вот ты, Дермич, в кресте стоишь, а Реслин, короче, в печеньке. На вас кинется такой красный пакт. Вот этот красный, точнее, не красный пакт, а связка душ красного такого цвета. Что-то похожее, как Ольде, схожение мышления, вот это вот. Вот это вот вы должны, да, зеркало, вот это, да, все правильно. Зубок называется. Вот зеркало, главное, держите вдвоем. И вот так вот стоите примерно. Плюс-минус танчите босса. Вот там, где он и стоит, в этом месте. Зеркало, если что, вот допустим. На танка кидаровый. Вот Реслин, ты как оф-танк будешь, смотри. На Дермиче зеркало 100% будет. Если зеркало, допустим, вот смотри, на Бентли кинулось, видишь, вот такое вот зеркало на них будет красное. Проходишь между его, между ему, так вот. Забираешь зеркало и становишься рядом с Дермичем, понял? Если такая хуйня произойдет. Так, дальше теперь остальные. РДД Range. Сколько там пучено это, блядь, на взлетке? 6 метров и плюс... Сейчас точно скажу. Где-то ебаное пущено. Вот. Да, 5. Ну, короче, это. 6 метров держите рейндж, все пропишите. Кого там ДБМ, не ДБМ, просто слэш 6 рейндж. Этот рейндж все время держите РДД, милики, соответственно, не могут его держать. Когда эта хуйня взлетает, милики, вы, соответственно, рассасываетесь и держите рейндж 6. Рассасывайтесь от РДД, блять. Хилам оставляйте ближе центр, чтобы они доставали по всей комнате. Это важно. Так, дальше. Кидается пакт омраченных. В обычке на 3 цели, в гере на 4, по-моему, или в гере на 5, а в обычке на 4. Короче, блядь, неважно. По-моему, на 3 цели. Что вам нужно сделать? Сбежались друг с другом. Обычно РДД сбегаете в милизону. То бишь, если милики, на миликах кидается пакт, РДД в милизону сбегаетесь. Увидите, там такая красная, блядь, прорисованный луч. Минус глаза. Этот луч быстро сносите, чтобы не наносить урона. Сбежались, вот допустим, вот смотрите, на Реслина и Дермичи кинулся луч. И на мне луч кинулся. Он такой красный, прочертание, как, блядь, треугольник будет такой. Хуяк сразу вот так вот, сбежались втроём, луч пропал. Дальше хуярите по своим делам, бьете босса. Рояющиеся тени кидаются. Такая же механика, как на Джераксусе, ВК и ВК. Такая же хуйня лужа, только не зеленого цвета, а фиолетового. На вас кидается эта лужа, 3 секунды она висит пассивно, и потом начинается разливаться. Выносите ее как можно старательно вдоль стены. Азерона. Перед пулом этот фирвард на себя кидаешь. У тебя важная задача будет.
и диспели сразу мили-зону. Как только она вот побежит с места, и она вот сюда вот в центр прям побежит и начнет взлетать, мили-зону сразу масс-диспелом, и следующую полишит, ты на второй взлетке то же самое делаешь. И диспелите максимально таргеты. Набираете 6 метров раньше, максимально, на, когда она взлетает. Даем Shadow Protect на взлетке и сокру с айсмаунтом. Гим даваться, нет? Гим нет. Дамажить надо, а не гимнавать. По укусам. Теперь самое главное, укусы. Короче, смотрите. Первого сейчас, точнее, третьего человека по агру. Первый будет Дермич, я реслин, да? Ну, даже если реслин будет третьим, он зеркалом, типа... третьего человека по агру сейчас вначале укусит. Вы станете вампиром, там, на минуту 20 или сколько. По окончанию этого времени... вы, типа, должны укусить другого человека. Кусаем только топ ДПС. Я буду озвучивать ники, кого кусать. Что вам нужно сделать? Вот, допустим, меня укусило. Прошло время, когда мне дается 10 секунд, чтобы я успел укусить человека. Если я не успеваю укусить человека, то меня берет в МК. И, соответственно, минус ДПС, потому что на укусе увеличен ДПС на 100%. Ну и, соответственно, вайп. Что вам нужно сделать? Вам дается 10 секунд, вы подбежали, вот, допустим, к Ризике. Ну, это я условно говорю. Подбежали вот на такой РНЖ, как я сейчас прыгаю, видите? И там на единичку надо укус нажать. Самое главное — выбрать его в таргет. Выбираете его в таргет и кусаете. Все поняли? Это важно. Там одна кнопочка у вас будет, только на единичке укус. Выбрать таргет человека, которого я скажу. Подбежать к нему и нажать единичку. Дальше дамажите, вы своими делами занимаетесь. Итого у нас два укуса на человека будет. Поняли? Надеюсь, что поняли. Все, теперь давайте пробовать. Рыбу хавайте. Я нажму ему плюс массакру на взлетке. На, давай ты ему плюс массакру. А тьма, потом поменяешься с глю. Она там 2 минуты пройдет, нет? Чё мы там, укушенные под правой, не укушенные под левой, Милик или чё? Рипл, пускай они сначала это запомнят. Укушенные, да, укушенные, старайтесь придерживаться правой стороне, не укушенные левой стороне, то бишь печеньку. То же самое с Миликами. Особенно Милики. Милики ближе к кресту, укушенные, которые будут, не укушенные ближе к печеньке, левее. Поняли? Это чтобы вам проще было кусать. То же самое с РДД, такая же песня. Когда начинаете укус, укус с правой стороны, укушенный с правой стороны, не укушенный с левой. Перчи на полоба. Что, все готовы? Надо дремище на пол. А что, отдаю? 5, 4, 3, 2, 1. Это было неразумное решение. Прохил. Ебать, больно бьет. Рэндж, держите, пожалуйста, ребят. Не знаю, вы уже не прохили. Ладно. Пакт. Спекайся в лице, короче, я понял. Падайте. Можно в эрдру второго мне. А вот... Ребят, что я сказал? Рейндж 6 метров РДД. Вы прописали его вообще? В чем проблема? Возь... Нахуй вы стоите? У вас зерон ДПСика больше. Да на 8, на 8 похуй, блядь. Еще вот сейчас линканул нахуй. Вот это вот хуйня вас убивает. Блядь, линканул? Да, линканул нахуй. Вот это вот хуйня вас убивает. 6 метров рейндж. Ну, по крайней мере, в путеводителе так написано. Но можно держать 8, похуй. Зерона хила. Блядь, бать его хуярит, конечно. Тут хпс должны дикие быть. Угу. Если что, вот тут кружок внутренний есть, можно вот квадрат стать 4 угла и нам стоять, и пятый где-нибудь в середине там может стать,
чтобы нам легче было ориентироваться. Можно я где-нибудь около МП? Вы просто, пожалуйста, РД от нас в ебеня убегите. Давайте, клуба. Масло все гибаните. А, я почту не знаю. Ну, поставь на себя почту. Спасибо. Крик на хп не забывайте обновлять рану. Это тоже помой. Бэмпер. 40 секунд нужно. Хорошо, подождем. 40 секунд я их поддам. Цифры багач. Так, готов или не готов? Бурсты, видимо, прорвал. Катка дешевается. Филон, центр, пожалуйста, оставьте. 5, 4, 3, 2, 1. Сбежались, сбежались, быстрее. Альфредос, блядь, чё ты стоишь АФК, нахуй? Рэндж. Блядь, Синку, кусь, короче, меня. Кусь, он не проебусь. По Азерону будем стоять. Азерона побежал. Тени. Синк, если что, отца рядом стоит. Я вижу. Когда на вас тени экран перекрашивается, Филипп. Коли Шильдс за Гагули на кишку сбежали быстрее. Рэндж. Прокил. Саусад побежал. Семь секунд до укуса, Сим. Сбежались, Альфред с Барамир, Нанзек. Быстрее, блядь, в лужу аккуратно. Мизерон развел ему ночь. Пешки выбежал. Синк, трипл, иди сюда, на правую сторону к нам. Перемещайся, Синк, укусишь трипла. У меня медиков курт повешали, я не помню. Вон трипл стоит, если что, звездочку поставил на него. Готов, сейчас взлетка будет. Разбежались, раньше набрали быстрее. Блять, ну фир еб... Еще один момент уточнить. Короче, на кого вот кидаются тени под этот фир? Надо максимальный диспел сразу давать по нему. Просто, блять, вот фирвард, это в первую очередь диспел сразу, вот этот таргет, на который кидаются тени. Либо вот это вот три будет такой, как сейчас у меня. Да, падайте. Так, еще раз, я не понял. Нет, не сдвигай. Че все сдохли там? Там пошотло. Не, там пакт через диван пробивать, надо сбежаться. Когда нас летает, надо ренджу держать. Когда она взлетает, да, рейндж 6 метров это первое, во-вторых, нет, не на самой взлетке, когда она уже, когда она, после фера надо рейндж 7 набрать срочно, отдается сакрайз, баунт, там, эмана на тьму и все такое. И еще вот один момент, вот сейчас на меня кинулись эти ебаные, ну ебаная лужа, и в это время кидается фир. Тут либо засейвить фирвард, ну либо засейвить фирвард, да, чтобы... типа дать по этому человеку фирвард, на которого кидаются тени.
Либо, блядь, либо сразу диспелить. Вот это так. Риск на себя и диспелить себя, потом нас диспелить. Риск на себя дает ферва. Так. Чего мне надо диспелить? Потому что... Смотри, на меня кинулась сейчас лужа на взлетке. Я пошел выносить лужу. В этот момент она взлетает. Взлетает и дает атмосферу по всем. Понял, ок. И я в этом фире не могу ничего сделать. Я умираю в луже, понимаешь? Вот. Этот таргет нужно диспелить. Ок. Тогда что за байты? Почему мне сказали масс диспу сдавать под это? Еще поносите немного заранее тоже. Там... Нет, я забыл. Надо было среагировать. Я уже забыл. Тоже такое дело. Мы можем отдать массакру плюс ма на фир и массакру ма плюс на вихрь, когда она уже крутится вверху. И отдавать гимны по очереди на один вихрь, на второй, на хп. Как идея? Хуйня. Смотри, под один мы сможем это сделать, реализовать гимн на зеране. Под второй на хулишите. Такое себе, лучше он пускай дамажит. Во-первых, он вампириком отхиливает. Пускай его на первом даст, на первый взгляд пускай хулищит даст. Так как... Должно хватать МА и сокры, и плюс айсбаунд еще есть. Этого должно хватать в любом случае. И если стоят все в РНЖ, блин, там никто не сдохнет. Это 100%. Айсбаунд сколько длится? 10 секунд. Значит, на вихре. Она в полете находится сколько? 12, по-моему? Секунду, или сколько она в полете стоит? Вроде 12. А, даже айсбаунд 12 секунд. Ну вот, считайте, ну, то бишь, весь айсбаунд действует во время этой пущи, когда накидает. У вас показывается, кого вы резаете? Да. Вот два. Блин. Ну, у меня Вуду, по крайней мере, показывают. Помойный мой грид. Там грид настраивать много надо. Плюс он багается. Я недавно от него избавился. Я нашел модуль для грида, у меня же первый стоит. А он полностью ломает мой грид, этот модуль. Не знаю, по мне это грид ебаная хуйня, которая постоянно багается. Я отказался чисто из-за него, из-за этого. Настроить он, конечно, нормально, но... Даже настраиваешь, он багается. Я хуй знаю, что у тебя там багается, но не хуя на Вуду скачал и заебись вообще нахуй. Не багается и все, заебись с ним. Никаких проблем, нахуй. Да камень, сейчас люди в бою выходят, там может багнуться фрейм. Не знаю, у меня даже в бою, когда выходят, все заебись. Ну ты, может, не замечаешь, как хил. У тебя, может, какой-то один из двух фреймов задублировался. Вообще на клуба. Лапу бахните. Диско? Нет, не диско. Стик.
Так. Давай сейчас на полбак еще раз. Залагало. Выкинул. Ну, сервер определенно хорош. Да, нахуй это сервер. Да, может и дотренировать. Как я и рестлин тоже сам. Дикей, нажми горн, пожалуйста. Что вы там перезашли? Нет? Отлагало? Че, давайте массакру плюс этот ЭМА на эфир. Или только на вихре? Только на вихре. Ну, ребята, блядь, нажмите Alt F4, перезайдите Вовку, если у вас зависло, ёбаный в рот. Так, еще, типа, вот, когда он, она взлетела, там людей начало шотать, это, типа, вот эти вихри, да? Это хилы бездари, или те, кто не дал сейв бездари? Нет, это не за сейв. Ну, сейва тоже не зыбки не ну, было. Ну, сейва тоже не было, да. Ну, там уже не просто все пошло по пизде к тому, что я ничего не озвучил, потому что я умер с укусом. Вот. А умер я из-за фера. Меня зафиряло в лужу. И лужа на мне была, когда я его носил. Собственно говоря, поэтому, типа, там я остальные начали умирать, потому что не было сейва. Плюс раньше не набрали. Альфредос умер тоже в луже. Это я точно видел. Он рядом со мной что-то там тусовался. Справа упор меня оставьте место. Я там триксы буду. Чем? Запомнил, что экран перекрашивается, надо сразу убегать. Ну, да? ДБМ кричит, беги, малышка, беги. А с чем на полубавчик раз? Мы запулим сегодня? Отлично. Отходим. 5, 4, 3, 2, 1. Стенки только близко не стоите. ПС. Редиги. Достаете триксы? Тинг побежал. Бля. Ну это плохо. На первый курс бежать еще. По акте бежались. Гагури на шаг назад можешь сделать? Бармир побежал. Пять секунд укусил. Если подойдешь, гость. Да, я подошел уже. Поничал Ринд, Альфредос, быстрее сбежались. Альфредос, блядь, не стой ФК, нахуй, пожалуйста. Не, не, ну, слага. Так же кусаешь трипла. Или выбежал. Трипл там провесил, но он звезда на нем остался. Бойчик загублен в сфере. Быстрее прохил. Прохил. Барамир выбежал. Забрал, окей. Готов сейчас диспелить. А, Барамир же этот. Нажимаем, а? Айсбаунд. Рейндж набрали все быстрее. Агурец. Ну
Если тебя закусить, чтоб хилил, блядь. Холишит, кусаешь Ешелена. Трипл, кусаешь... Сейчас скажу, бойчик, сбежали с Азерона быстрее. Трипл, кусаешь QCQ. Сим, кусаешь... Ваничеллу. Я ж слева, справа. Я укушу... Блять, кого я укушу, нахуй. Я укушу Донзек. Дадите от стенки, пожалуйста. Выбежались быстрее. Кинь частицу напала лучше. Бойчик выбежал. Глыбани. Аккуратно, блять, глыб... Глю, кинь частицу напала. Ладно, бойчик укушу, может. Так, сейчас укусы раздаете милики миликам. Смотрите, укушенные на правую сторону, не укушенные на левую. И шален чувак укусает. Сбежались быстрее. Так, я укушу... Блять, кусать уже некому. Ману, я Вайт Фьюри укушу. Я Синг, окей, трипл за Гагулину. Рэндж. Диспал Синг сейчас умрет, блять. Ну, ребята, ну... Тьму, нажми сокру, глю, быстрее, прохил, гим на хп, Азерона. Я хилсайды пишу, слышишь? Бочек укол. Все, забей нахуй, просто, блять, пол рейда нахуй лежит, блять, лицом в землю, нахуй. Минуты до берсы, блять, 30 лямов. Мы проебали 4 укуса, нахуй, падайте. Я так, оценки не отошел. Полищит, смотри. Ну, короче, фервард можешь просто себе давать, там он откатится. Если его заранее накинуть, можно просто с пула себе удать, условно. Умрите, пожалуйста, потом быстрее. На вторую звездку, когда она взлетит, также из ферварда выйдешь, гимн прочитаешь. Я на первый гимн прочитаю. Давай. Ну, как... я в этот раз тоже гимн читал просто. Там бы тут попадали тоже на первый. РДД, пожалуйста, не стойте прямо у стенки. Ну, раньше всегда читали, я тоже поэтому и спрашивал вот этого Феникса. На второй тип, ну, короче, фервардом всегда себя снимаешь, там... Да, еще раз на нормально все. Перед взлеткой, перед ебаной взлеткой, я это скажу. Подбегите как можно ближе к центру, нахуй, чтобы вас не зафирило в ебаную лужу. Как сейчас зафирило там... И поубивало. Синга и Ваничелла. Типа в центр, там Масфи, ой, бля, Диспел, Масдиспел, нормально. Ладно, шоп. Еще что-то я по ощущениям закидываю Масдиспел, он никого не диспелит. Не, там должен диспелить. Ну, сделал тепло. Вот тотем снимает Фирет. Так что должен диспелить. Не-не-не. Кто не снимает? Я говорю, снимает. Я уж расставил, проверял. По-моему, тотемы никогда не снимают. Не знаю, лично сейчас вот два раза снял. Может, вас здесь? Ребят. Давай, серчи на полыба. Типа хз толк от этого масс-дисплея, с учетом того, что вы разбегаетесь очень сильно. Ну, дисплей сейчас на там 4 будем бежать. Надо сбежать. Под фир надо сбежаться просто. Нормально все будет. А чё, отдай? Я проще кнопку, проще хилку закину. И потом раньше сразу, после 5, того, как эфир спадет, все. 3, 2, 1. Ну, блять, ну... Да. Ой, блять. Сука, я ебал нахуй просто. Ну как так хуёво можно, блять? Куда ты спешишь ебать? Лучше бы это одна секунда припота проебалась, чем мы припот проебали. Ты так уже хуёво просто, блять. Факт сбежались. Бойчик побежал. Блю, отойди немного. Тут нереально встать. Соуса, да прохи. Блять! Пиздуть, блять, это просто в пизду нахуй.
этих магов, блять. Их надо нахуй. Да нет смысла, падайте нахуй. Нехуй время тянуть. Зашли все в центр, упали, блять. Здесь такая же хуйня, как и на Суруханге по ДПС. Умирает один, все пиздец. А магов этих я хуй узнаю, что с ними делать. Кабанчиков нахуй там в Дуратар отправлять, бить хуй узнаю. Здесь РДД лучше, чем милики, блять. Ой, лучше, все. Его 5 секунд не хилили, мне кажется. Да? 5,8 секунд. Я поэтому смерти скинул. Понял. Это я сбегал, потом еще вернулся, и меня не хилили вообще все. Чего слабенький тоже. Блять, друид на последнем месте. Как можно за друид так мало хилить? Давай свищемся с ним, может, он получше будет. Давай теперь спекайся в хила. Нихуя это зеленый. Я не знаю, блять. Был, блять, Велес, нахуй, дед старый, нахуй. Он бы вас, блять, троих, нахуй, перехилил бы, блять. Я хилю как Воланиры, все нормально. Ты черный, Зерон. Когда у меня останутся Ферес? Сейчас. Уж он побольше даст. Инту бафните. Альфреда с рыбу поешь. С Гагулина масло. Потом Альфреда с... Альфреда же ДД, да? Я все сделал. А чё, да? 5, 4, 3, 2, 1, кул. Зерона убежал. Кисакио, кусаешь Синсонга. Дал звезду метку. Синсонг, кусаешь Холишита. Кисакио, кусаешь трипла потом. Я потом Яшу кушал, окей? Угу. Просто мне в таргете. Няша, кош. Я в милик пищу.
Ну кусаем же в миллизоне. Киньте свободный езд, не на барабину. Ой, да не на. Зерона на первый двигаем даже, да? Что Альфреда сдаёт? Да. Я не слышу. Забегулина сбежались войти куса. Так, колич Яшу потом кусает. Синку укусишь меня. Трипл укусишь Ваничеллу. Соусат выбежал. И в центр сбежались, в центр. Быстрее. Маздиспол. Ну. Разошлись, набрали раньше быстрее. Укусы раздайте. Дай айсбаунд быстрее. Прохил рейндж держим. Блять, меня уже кто-то укусил. Ладно. Что у нас по укусам сейчас? Хинксонг. Кисюки, ты кого укусил? Трипл. Сбежали. Трипл. И... Холишита никто не укусил, да? За Григорина выбежал. Ладно, я Холишита укушу тогда. Трипл кусаешь Ваничеллу, Синсон кусаешь, вон Хиллсайда укуси, он рядом стоит. И Кисуки укуси Ешелена. Вроде все. Подходите уже к укусам ближе. Полишит тех, кого я назвал кукус одним. На правую сторону. Вот Фьюри. Укус раздали. Так, дальше. Ридига, ой, этот Холишит печку. Синг бойчика. Трипл Соусада. Ваничелла Бентли. Я Альфредоса. Хеллсайд Хисеру. Кьюсикью Чуваву. Блять, ёбаные лужи. И кто там один остался? Яша. Ауру Грю заберешь четвертый. Яша, ты укуси Донзека. Центр. Давай этот, ауру забери, ММА на тьму и этот. И готовься, давай сокру. Нажимай. Прохил, гимн на ХП, Холич. Прохил. И Сират. Прохил. Готовься укус раздавать. Бегите, ребят. Гера. Геру давайте. ДПС. Гимна мам. Бурсты жмите своим на максимум. Синк выбежал. Еще слепо после, да, получается? Да. Да. Да, нам добивать надо бот под эту хуйню. Под укус. Либо ГГ, ВП. У нас 15 секунд. Хилу вкусить. Кто больше всего дамаг. И добьете. Так, присты готовьтесь, если что, диспу нажимать, там доты, короче, и баблить паладина. Это важно. На взлетке сейчас. Укусы. И дамажим. Баблы диспу нажали. Быстрее, баблы диспу. Ну уже, блядь, да тот эти нахуй. Глыба спасай, сука. Ну, хорош, блядь. Хорош. Бля, боюсь. Пиздец. Дайте мастерс, пожалуйста. Это мне напомнило вчерашнего сарфанга. Ну чё, пацаны, похвалим Войда, блядь. О, с третьего пула, нахуй. Сколько здесь экзальты просидели? Войд в полтора раза Альфредоса перехилил. Я у нас... Ну, хороший, Альфредос очень слабо хилил. Не, он лагал просто. Я хила забросил давно. Он лагал просто. Ну, молодцы. Просто факт, с 8000 хпс до 12. Гоу спать. Не, ну, блядь, в принципе, синдромы, если нормально там... Синдра проще, на самом деле, по ДПС в плане.
Там главная тактика. Да, идем спать сейчас. Блять, я сейчас умру, Боб. Блять, я расстроюсь, если вы синдру. Если вы синдру в воскресенье. Короче, ребята, ты пэшитесь под вход инста, я там доролю шмот. Я ж ЕП за сегодня только уреони прописывал, ничего вам не давал, да? Нет. Хорошо. Сейчас. Сейчас шмот разролю, потом начислю. Завтра тогда продолжаем. Пойдем синдру пинать. Пацаны, не убивайте синдру, извиняюсь. Нравится, как все бегают из стороны в сторону, никто не знает, куда бежать. Не убивайте синдру, блядь, без меня, блядь. Пожалуйста. Чё у синдры, сколько хп с личом? У лича много, у синдры там где-то лямов 70 тоже, наверное, будет. Войт, войт, мы 24 тела тебя подождем. У лича там где-то как у сурка будет примерно. Я же говорю, пожалуйста, блядь. Ну, мы, поэтому я тебе и говорю, мы 24 тела тебя подождем, с нормально. Это бойкот. Ты чё, против меня? Так, давай, давайте на шею начнём. Да. Халсайда, кстати, не осилили, он отель. Мы сейчас топ-2. Да ладно. Топ-2? Неплохо. Энза убили или чё? Энза ничего, казачка. Ну, может, топ-3, если не Энза. Скай, никому не надо, что ли? О, ну давай 10. Ну вообще, типа, на мне катана, кажется, что это шея лучше, чем с островом. Да, без вот не знаю, что они не берут. Не, кстати, и на Федокеану тоже лучше, чем островом, мне кажется. Не, ну 277 лучше. 10 на кота, когда мне катана. На силы, блядь, зачем тебе на катану? Ну, блядь, не ремень, мишку на ДДшного, который... Одна сила, два, почему нет? Там, скорее всего, мишка ДДшный. Токены, поехали. О! Дерьмо, что тебе надо? 34. Ну, теперь уже 10 из 12 закрываем. В принципе, неплохо пойдет. Правда, с 2 дня, блядь, потратим. Ну, первый день лагало, ты сам видел, что было. Ну, вот, на первом у нас лагало, плюс на профи, типа, пока все привыкли к тому, как выглядят бомбочки. Я надеюсь, в следующий раз будет проще, как люди запомнили хоть что происходит, блядь. На профи это вообще пиздец был, нахуй, полный. Ну, так там колбы супер незаметные, к ним привыкать надо. Так там, блядь, ДБМ пишет, нахуй. Отойди, это ДБМ толк-то. Там же колбы за жопой появляются. Да, он вообще... Да не про колбы, я про эти, я про лужи зеленые, которые летят у нас. Там... Они же тоже с анимацией очень такой. Да, колбочки, да. Лужи прилетали. Херовые. В фазе, да. Во втором откидывали. Да и, в принципе, пельмени тоже не сказать, что сильно заметны. Пельмени вообще ДБМ кричит, когда рядом с тобой. Дермич, тебе это зачем? Скажи, пожалуйста. Ты будешь мейни танк. Вот танк, зачем тебе? Танк Т4. Танк Т4 бегает. Ну, ты в ДД точно бегать не будешь. По крайней мере, в ближайшее время точно. Могу мишкой поменить, пускай бегаешь. Хотя там на мишке масса. Не, нахуй мне твой медведь, блять. Мне сейвы нужны. Да, я знаю. Что там, бойчик 5 ставил после Эльфреда? 6 у меня последнюю. Давай бойчик обмен. Воин охотник шаман токен. Ну так а сколько у него было? 6 или 5 последний это все же? 6. Там сегодня у него 6. Окей. 6, бойчик. Медведи топ, кстати. Только не ливайте спать, и можете офиться, кто спать хочет, кому и рута ничего не надо, чтобы ЕП начислить. Я не могу сопу не дал. Да, завтра пойдем синдру. Блядь. Че, Кирилл, че ты по ставкам думаешь? Ой, блядь, это кринж босс, нахуй. Чисто, что я на профи увидел, блядь. Нахуй, самый кринжовый босс, нахуй, синдра. Так а че там сложного? Ну, блядь, там, в принципе, ничего сложного, но, как показала практика, блядь, это самый сложный босс для людей, вот реально, вот это самый сложный босс. Танчить на балконе. Ты увидишь, что там на ласт-фазе будет происходить с глыбами, и поймешь, почему сложно. Ну, а следующий раз. Чё такого? А где танчить? Да, да, да. На этом, на балконе? Бентли 200, мин. Ещё один токен воин, охотник шума. Танчить где синдру будем? Блять, мне бы за столько на лестнице. Самое нормальное вроде. Говорят, на балконе лучше. Бен, да ты ее разве не забирал? Без разницы. Какая разница?
Что-то у Холишита, блядь, ХП много, надо, блядь, врезать немножко. Так он сегодня еще, пятюник слил. Там же не дают, типа, токены. Бентли, ты ходишь на 10, правильно? Если ты 10 стоит, то дайте, забирай за 10, тогда мне не нужно. Я просто хотел потестить, мне не нужно, пусть за 10 забирают. Бентли, паладин же я чернокнижник. Я потом как-нибудь заберу эти токены. Какие? Глю, уступи пока ретрикам. Ну, паладины реально хули мало, уступите пока ретрикам. Пускай они одевают. За следующие шаманские токены я драться буду уже. Вам они особо ничего не дают. Реслин, тебе надо? Реслин, Ринда, деритесь пока. Ну, хулипал, реально, типа. Вы успеете еще забрать. Ретрикам этапы. Ты бы, Глю, лучше вместо того, чтобы токен ролить, Воланир бы себя донатил, блядь. Реслин обмен. Так скиньте его, он же ваш друг. Мы собрали уже ему. Мы уже 5000 собрали ему денег. Так, 1000 за профа. Еще 600, ладно. И за Ланотель. 800, 2400. Ну это пока первый раз, и дальше там меньше. Ребята, го, пожалуйста, первых пару мобов ёбнем. Вы охуели мало, там 250 за босса, блядь. Вы за 5 боссов получили, блядь, 2400. Мало. А где же X3? Вот убьем лича, а чего полутаем, там будет много, я вам обещаю. А можно спросить, может это, может заебу кого-то, но, блядь, это... Да, за принятие КД. Можно какую-нибудь, Кирилл, награду, там, не знаю, пацанам, блядь, типа 3 спека, блядь, там, играют, пиздец, Да, я тебе могу лично сказать, спасибо, Войд. Спасибо большое. Войд, это лучший. Игра в 3 спека, кстати. А можно, пожалуйста, мне тоже награду, я играл в 2 рейдах, кстати. Пиздишь, ты уже второй рейд давно не приходил. Можно мне, пожалуйста, награду, я единственный демон в рейде? Печка, не разговаривай. Я имел в виду, типа, 100 ИП там какие-то подарочные, там, ну или сердолик кто-то. Еще че? Сердолик, да? А что мне делать? Единственное, что я могу вам в будущем сделать, это, допустим, условно, если в рейде 3 одинаковых класса, ну, допустим, 3 дестрика, и топ-1 урону, ну или там, допустим, первым 5, поощрять в плане голды. Но это не сейчас, это после граней там каких-нибудь условных, когда будем дособираем т.д. Поощрять голдой, ну там условно, для замера какой-нибудь сурк, ну да, сурк. И, ну там, допустим, условно по 1015, чтобы на припоты было там условно и так далее. Каждый. Парни, стопаем дэмэдж и делим с друг другом. Еще этот, куда Грек делся сегодня? Он сказал, что у него свет вырубил, как он сказал. У него, короче, дерево, ну у нас тут ветер просто жесткий, у нас свет офал, и он мне написал, у него дерево, короче, упало.